Всем привет, друзья! С вами Юля, вы на канале Домик в селе. Давайте уже продолжать нашу генеральную уборку на кухне. Я надеюсь, вы уже потихонечку сдвинулись с мертвой точки. У вас уже основная работа позади, так же, как и у меня. У меня уже чистые поверхности, чистые верха шкафов моих. На полочках, в крупах я навела порядок. И впереди предстоит такая работа, как разбор посуды в шкафчике. Нужно помыть поддон, где стоят кружки, и нужно помыть мебель кухонную. Это стулья, столы. У меня, в моем случае, это обычные лавки, на которых мы сидим, когда кушаем. И в конце я помою пол, и будем наслаждаться чистой кухней. Надеюсь, что вы тоже уже начали приготовление к Новому году вместе со мной. Так что давайте не будем засиживаться и поехали дальше работать. Появилась моя помощница. Нет, мы сначала все вытаскиваем оттуда, но по крайней мере с верхней полки не надо, у нас там уже рюмки стоят. Тарелки перебрать надо. Я переберу. И здесь вот это все помыть, так что кружки мне подавай, давай. Лишние кружки, которыми мы не пользуемся, мы их приберем туда на самый верх или куда-нибудь еще. Давай. Да, вот это все сюда. Вот эти стаканчики один смешные. Стаканчики. Чем они смешные? Ну, с этими. Позитив. Давай, убирай. Как много в жизни позитива. Да, у нас... Я еще грузну их. У нас очень много в жизни позитива, а у вас? Эту штучку пластмассовую. Короче, ее надо помыть. А вот это вот штуку. И я отправлю. Тарелки аккуратно доставай. Я пошла в ванну это мыть. О, да, спасибо. О! Вот такой вот веселой обстановке проходит наша уборка. А теперь мы составляем все тарелки и отсортировываем то, что нам не нужно. Редко мы пользуемся. В общем, нам надо оставить 4 маленькие тарелочки, 4 маленькие тарелочки, 4 глубоких тарелочки. А зачем до меня наваливать? Это папина тарелочка. Покажи папину тарелочку. Папина тарелочка очень глубокая. Он из нее ест каждый, поэтому она самая первая. А больше к меньшей тарелке я придумала. Я же тебе говорила об этом. Так. Ой, она же даже вот так варится. Так, как его следующая? Да. Я, может, так не буду стоять? Будешь. Сегодня, друзья, нам надо будет помыть нашу обеденную зону. У вас это может быть обеденный стол, стулья. В моем случае это вот такой вот стол и две лавки. Обычные такие пока старенькие лавки, но их тоже надо помыть, чтобы они были в чистоте перед Новым годом. Так что давайте уже начнем и будем наводить порядок. Thank you.
Наталья Ивановна Громозец позавтракать совсем уж было собралась. Да позадумалась, а сыр во рту держала. На ту беду лиса блесюхонька бежала. Вдруг сильный дух ее лису остановил. Лисица видится, лисица сыр принял. Плутов как дерево, на цыпочках подходит, вертит хвостом, с вороны глаз не сводит. И говорит так сладко, чуть дыша: голубушка, как хороша. Ну что за шейка, что за глазки, рассказывает так право сказки. Какие перышки, какой носок, или на ангельский бит должен голосок. Сквозь свет, не стыдись. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music.